Сейчас, да-да-да, и снова на сцену приглашается Вадим Елисеев. Встречаем. Продолжим вечер общих песен, который у нас был в начале. Сергей Крылов. Когда зимний вечер уснет тихим сном, сосульками ветер звенит за окном, луна потихоньку встает и желтым цыпленком по небу плывет. Луна потихоньку из снега встает и желтым цыпленком по небу плывет. А в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне. Ах, что вы хотите, хорошие сны, вы мне расскажите о тропках лесных, где все словно в сказке, где сказка сама красавица русская бродит зима. Ну что это холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл. Тот желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал. Тот желтый цыпленок, что в небе гулял, стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Дожди размоют отпечатки наших кед, заградит дорогу горная стена. Но мы пройдем, и грянут волны в парапет, и зазвенит бакштаг, как первая струна. Послушай, парень, ты веришь ненужный груз, ты слишком долго с ним прощался у двери. Чужими делает людей слепая грусть, и повернуть обратно хочется скорей. Пойми, старик, ты безразличен ей давно, пойми, старик, она прощалась не с тобой. Пойми, старик, ей абсолютно все равно, что шум приемника, что утренний прибор. А если трудно разом все перечеркнуть, давай поделим пополам твою печаль. Я сам когда-то первый раз пускался в путь, и все прощался, и не мог сказать прощай. Ну что ж, пора, уже кончается рассвет, ведь ты же сам мечтал услышать, старина, как на заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна.
на заре стучатся волны в парапет, и чуть звенит бакштаг, как первая струна. Спасибо. Музыка Максима Дунаевского, стихи Наума Ульева. «Непогода». Первая струна. Так совпало хорошо. Лучше быть
чем голодным, лучше жить в мире, чем злодеем, лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе, это я знаю по себе, это я знаю по себе. Спасибо. А сейчас я на эту сцену приглашаю Алексея Лукьянова. Сейчас мы с ним поменяемся местами. Я сяду за пульт, а он выйдет сюда. Для нас выступал Вадим Елисеев. А пока он меняется местами, я хочу еще раз напомнить, что ближайшая встреча на Пушкинской 9 состоится 28 января. В среду. Такая вечно. Ух ты! А следующая встреча здесь, да, будет 8 февраля, как обычно, во второе воскресенье в 17 часов. А 17-го концерт не будет? А 17-го в 17 в «Пантографе» концерт Андрея Григорьева. Ольги Семеновой, да, сопровождение Владимира Румянцева. А сейчас на сцене Алексей Лукьянов. Спасибо. Друзья, предлагаю убрать стулья, выходить в середину, чуть подвигаться. Землю и день,
солнцу снега. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. Да я хочу, как ветер петь и над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть, нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Oh.
Спасибо!